Народ, всем привет. Меня зовут Илья, мы сегодня ремонтируем станцию ЮБУС, вроде, которой уже больше 10 лет. В общем, проблема такая, не переключаются режимы. Здесь идет пузырьковый переключатель, то есть воздух подается, возвращается сюда по этой трубочке, идет к блоку. И здесь уже блок, вот эти мозги, они думают, какой режим включать. Первую или вторую фазу. Значит, вот такая коробка, она заглючила, больше не работает. Работает в обратном. Не факт. Короче, стоит она 14 тысяч минимум. Ну, в среднем где-то 1017. Перепаять ее я не умею паять. Если спецам отдавать, 1008, гарантия недели две. В общем, как можно вот это отремонтировать? Очень просто. Берем коробку, удаляем, берем обычный поплывок, недорого, зачищаем провода, убрали коробку, это у нас идет фаза 0, земля из дома, мы пускаем постоянный ток на вот эту розетку, делаем скрутку, сейчас показываю. Земля. Да, кстати, я пробивал. Фаза здесь сидит на нуле. На синем проводе. Так, сделали. Землю пускаем на клапан. Тоже постоянно. Постоянно, да, у нас. То есть у нас постоянно идет ток, идет на розетку. Земля постоянно на эту. На клапан. Так, ноль у нас, коричневый провод из дома у нас ноль. Мы ноль постоянно пускаем на клапан. У нас остается фаза. На черный у нас фаза подается на поплывок. Коричневый нам не нужен. И синий мы подключаем питание на... Опять матом ругаюсь. На клапан. На клапан. Все. Что-то здесь херачит. Все нормально. Вот это вот. Вот это. Видите, да? Вот это. Заменяет вот эти мозги за 14 тысяч рублей. 17. Берем поплавок. Делаем скруточку. Блок нам не нужен, мозги нам не нужны. Ремонт делается в течение 10 минут. Так надо прозвонить, в каком положении, нет? Все, я знаю. Все. Ну, давай включим свет, да посмотрим. А, не-не-не, давай все уже до конца соберем. Так, ну что, мы закончили переборку электрики. Выкинули мозг, перебрали. Вот-вот-вот, все, это вот электрика. Сейчас у нас идет режим перелива с приемной камеры, потому что видим аэрацию аэротенки. Это поплавок вверху, значит должен идти перелив и рация воротен. Поплавок внизу, клапан переключился, зажужжала аэрация. Все, пошла аэрация в приемной камере. Но у нас постоянный перелив на этом сепсисе. Акваспецстрой. Все, все, понимаете? И не надо вот этого, вот этого не надо. Так, сейчас ремонт станции вышел здесь 14-17 тысяч плюс ремонт. Под 30. Заказик, да. Здесь дорого. Сейчас все это выйдет в пределах 10, наверное, 11 тысяч. Вместе с обслуживанием. Да. Мы еще прокачаем, промоем все. Была камера с собой, но не мог я этого не заснять. Просто не мог. Все, мы с вами ненадолго прощаемся, но скоро будут много видео, за лето вас сняли много материала, буду сидеть, редактировать и выкладывать. Зима-зима, сезон закончился, зато появилось время. Вот теперь наш директор будет сидеть и заниматься своими полноценными обязанностями зимой. Но иногда будем тоже выезжать, потому что вот такие вот ломаются и зимы.